Ну что? Это моя. Моя вот эта вот. Я что-нибудь? Ну, пойдемте. У нас называется национальная деревня. We call national village. Village of the different nations. Это белорусское подворье. Белорусшин. Это на узбекском стиле. Узбекская чайхана. Узбек. Стайл. Чайхана. Узбекский национальный дворик. Украинский хутор. Ukraine village. This is how the Ukrainian village used to look like. So, I guess this is supposed to be well. Так, это у нас колодец. Закрытый. И домик улетел. And Ukrainian house. Теперь мы идем в татарское подворье Тургай. Now we are in Tatarian village. Корейский двор, сад камней. This is a Korean. Азербайджанский двор девичья башня. This is Azerbaijan. Еще шире! Давайте еще шире! Вот мальчика возьмем! Чуть-чуть отходите! Давай, давай! Ну вот, какие вы веселые ребята! Мы глазки закрываем, и если лисичка у кого-нибудь увидит открытые глазки, она и укусит вас, да? А мы пока что с вами в зайке. Приятные, красивые, хорошие, красивые. Там армянская средневековая усадьба. This is Armenian old type house. Идем дальше. Это национальный грузинский дворик. This is national Georgian house, yard.
дальше, лопаю еще одно мороженое. В магазине walking eating ice cream. Lots of ice cream today. Финно-угарская община, сакун. This is Finnish type of house. Finland. Очень весело. Много народу сегодня гуляет. Продолжаем нашу прогулку. Казахский национальный дворик. Давай, заходи. Город. This is Kazakh's national yard. Это русский двор. Russian national. Там нет выхода, да?